Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Вечірня Одеса». Дуже незвичний випуск. Я сразу хочу предупредить, что сегодня мы не будем говорить о творчестве, сегодня мы будем говорить о спорте. И еще более конкретно мы будем говорить о нашем замечательном, любимом черноморце. Поэтому в углу нашего зрения, в центре нашего стола футбольный мяч, а за столом люди, которые имеют самое прямое отношение к теме нашей сегодняшней передачи. Я не буду сразу представлять всех, потому что по мере передачи вы, уважаемые гости, все будете представлены. Спасибо вам за возможность пообщаться. И я хочу первым обратиться к нашему гостю и учредителю нашей передачи, генеральному директору футбольного клуба «Черноморец» Станиславу Степановичу, извините, Сергею Степановичу Керницкому. Сергей Степанович, у меня вопрос. Вот мы хотим, чтобы наша передача как-то привлекла внимание к людям, которые во все годы существования «Черноморца», одесского футбола, были в поле зрения болельщиков всех одесситов, любимые футболисты Одессы. Насколько это нужно и важно сегодняшнему футбольному клубу «Черноморец»? Ну, футбольному клубу, как и футболистам, ну, поддержка аудитории, будь то телевизионная, либо та аудитория, которая собирается на стадионах, это, ну, даже имеет свое название, это 12-й игрок. Поэтому Семен Иосифович, он сколько лет в футболе и тренером, и игроком, он тоже прекрасно знает, что такое поддержка трибун, что такое поддержка даже обыкновенных людей при встречах на улице. Поэтому я думаю, что за 85 лет в этих передачах они будут иметь, я считаю, успех. Есть что будет вспомнить и есть что будет рассказать. Сергей Степанович, еще один вопрос. Сейчас, у меня есть футбол с моей фамилией, 12 номер. Хорошо. Это я имею отношение к футболу таким образом. Конечно. Сергей Степанович, я хотел еще спросить. Вот иногда задают вопрос, а нужно ли возвращаться каждый раз к теме? То есть разные были и пиар-компании, разные были и передачи телевизионные и так далее. И они и будут, их будет очень много. Но, тем не менее, вот передача о памяти, о людях, тем не менее, необходима еще одна. Память – это история, а без истории нет будущего. Поэтому, это, я считаю, наоборот, это актуально, особенно в сегодняшних условиях, что мы как-то, чтобы идти дальше, мы посмотрели, что было сзади, тот, взять все то лучшее, которое было, и взять с собой, идти дальше вперед, двигаться, двигаться и двигаться. Спасибо. Спасибо. И я хочу обратиться к человеку, который придумал нашу сегодняшнюю передачу. Это легенда нашего футбола, замечательный наш тренер, вратарь. Ну, я не буду перечислять все титулы, потому что это просто невозможно. Достаточно сказать Семен Иосифович Альтман. Сенечка, пожалуйста, слово. Сказать, что я придумал, это будет, наверное, высокопарно. Я думаю, что это комплексная задумка и Леонида Сущенко, и Сергея Мартынова, и всех-всех присутствующих здесь гостей. Потому что так складывается ситуация, вот Сергей Степанович уже сказал, что без прошлого нет настоящего, да и будущего нет. Другое дело, что нельзя долго жить прошлым, но вспоминать, что было до нас, мы обязаны. И это как бы связь поколений. Мы уже однажды это делали с Сергеем Мартыновым, когда я был главным тренером. Мы связывали прошлое и настоящее нашего черноморца, игроков. Поэтому и все фотографии, плакаты, они украшают сегодня не только нашу базу, но и два музея,
которые есть у нас на центральном стадионе. И о которых мы обязательно расскажем. Безусловно. Поэтому я хотел бы сказать, что эта передача посвящена людям, которые оставили яркий след в Одесском Черноморце. Семен Иванович, я ненадолго покидаю тебя. Я просто прошу прощения, что обращаюсь на «ты», но мы знаем друг друга так давно, что нам просто иначе обращаться друг к другу невозможно. И хочу перед тем, как мы перейдем вот тему памяти и связи поколений, перейдем к первому сюжету, я хочу поздравить футбольный клуб «Черноморец» с тремя подряд выигрышами на выезде, просто от всей души. Давайте поаплодируем нашим ребятам. Клубу. Дай Бог, чтобы так держать, как говорится. А вот теперь я хотел бы вернуться к тому, что к тем, точнее, кто когда-то вот закладывал маленькие свои кирпичики, а кто-то и большие пластины, просто фундамент этих сегодняшних побед. И так случилось, что мы сегодня, вот первый день по христианскому, по православному календарю дней поминовения, а наша съемочная группа сняла Семена Иосифовича Альтмана на Аллее Славы. И давайте вместе с ним мы помянем тех, чьи звезды там, но кого уже нету. Дайте, пожалуйста, первый сюжет. Вместе с легендой одесского футбола Семеном Иосифовичем Альтманом мы пришли на аллею славы нашего Черноморца. Ведь если для многих из нас имена, запечатленные у мемориальных звезд, это первое знакомство с теми, кто когда-то создавал славу спортивной Одессе, то для ветерана-вратаря за каждым именем конкретная неповторимая личность. А все вместе – друзья по команде. С одними играл, с другими просто хорошо знаком, а с третьими приходилось встречаться. О нем мне и легко говорить, и больно. Это товарищ, коллега, соратник. С ним мы играли вместе, работали вместе. Он главный тренер, я ассистент главного тренера. С ним связана целая эпоха наша. Поэтому это и игры на Европу с Реалом, с Вердером, с Монако. Это и два кубка Украины. В общем, много памятных моментов. А больно говорить, потому что он ушел от нас преждевременно. Мог бы еще спокойно жить и приносить пользу нашему футболу. Ахмед Латифович Алискеров, тренер, который привел нашу команду впервые к бронзовым медалям чемпионата Советского Союза в 1974 году и оставил яркий след в истории нашего футбола одесского и, в частности, черноморца. Василий Москаленко, легенда нашего футбола и звезда, можно сказать, нашей команды 50-х, 60-х и кусочка 70-х годов. Анатолий Федорович Зубрицкий. С ним связана тоже целая эпоха нашей команды. Во-первых, это великий футболист был, великий тренер. Он еще работал с командой, когда она играла в классе «Б», приводил их к чемпионскому званию. К сожалению, тоже его нет с нами. Он прожил долгую и такую плодотворную, яркую жизнь. Мне тоже довелось работать под его руководством как футболиста, так и тренера. Севастеев Леонид Николаевич, врач команды, специалист своего дела, большой специалист. К нему приезжали футболисты на лечение со всех концов бывшего Советского Союза. К сожалению, он тоже рано ушел от нас. Мне довелось
с ним работать. Он работал под моим руководством. Большой профессионал. Игорь Соколовский, к сожалению, тоже очень рано ушел от нас, как и Москаленко, Зубрицкий, коренной одессит, играл в нашей команде. Мне довелось играть с ним рядом, а потом он играл уже, когда я был тренером. Оставил тоже яркий след в истории нашей команды. Илья Цимбаларь, к сожалению, совсем рано ушел от нас, но оставил яркий след своей игрой. Выдающийся футболист, обладал филигранной, можно сказать, техникой. Прославил наш город, не только играя за Черноморец, но и играя в московском «Спартаке», где становился лучшим футболистом России. Юрий Леонидович Заболотный, футболист, тренер, руководитель, начальник команды, президент клуба, все должности, которые он занимал. Также коренной одессит, оставил яркий след, как и все звезды, которые здесь зажглись. Владимир Пласкина, легендарный капитан нашей команды, лучший пенальтист, можно сказать, бывшего Советского Союза. К сожалению, тоже рано ушел от нас, но долгие годы прославлял нашу команду. Светлая ему память. Здесь, на Аллее звезд, мы остановились у тех звезд, которые представляют футболистов, тренеров, которые ушли от нас в иной мир. Со всеми остальными, которые зажжены здесь, звезды, мы постараемся говорить в нашей передаче, а может быть, даже и пригласить на нашу передачу. И у меня сразу вопрос и к вам, Сергей Степанович, и к вам, Семенович. Это вопрос такой. Вот есть Аллея Славы, есть звезды. Но может ли этих звезд стать больше? Даже включая тех, кто еще как бы, в истории команды есть, но тем не менее не нашел еще своей звезды на Аллее Славы. Может это произойти? Конечно, может произойти. Перед открытием Аллеи звезд, это она была приурочена практически к открытию нового стадиона. Не каждый клуб премьер-лиги в Украине может похвастаться, не похвастаться, что в клубе вот была аналогичная Аллея звезд, где Семен Иосифович отметил ушедших в иной мир, но есть и те, которые есть рядом с нами. Я надеюсь, что придет время, когда будут и те футболисты увековечены, которые еще и на футбол, и на поле будут бегать. Вот. Потому что я не сказал, чтобы, так сказать, не снимать тему памяти поминовения тех, кого уже нет. Но я хотел бы особо отметить, что есть на этой Аллее Славы звезды и участников нашей сегодняшней программы. Так ведь? Да. Вот. Это есть звезда Семеновича Альтмана, есть звезда нашего уважаемого гостя Вячеслава Михайловича Лещука. То есть звезды людей, чтобы мы не превращали это просто в мемориал. Так ведь? Это место, которое как мемориал работает, но еще и рассказывает о тех, кто рядом с нами. Правильно, Семенович? Я хочу вот что предложить. Я хочу сразу же предложить еще одно направление, связанное с чисто
связанные с памятью. Это я обращаюсь к вам, Сергей Витальевич, по поводу музея. Вообще-то, вот как возникла идея в свое время создания музея Черноморца, а потом мы с вашей же помощью и помощью нашей съемочной группы окажемся в этом сюжете. Можно поправочку? Да, конечно. Одну поправочку. Режиссер упустил одну знаковую фамилию, знакового человека. Это Константина Фурса. Потому что я о нем говорил вот в записи, что это легендарная личность, человек-гол, и она чисто случайно, наверное, не попала в этот сюжет. Я думаю, что да. Тем более важно, и мы вот сейчас как бы даже в нашей передаче подчеркиваем, что важно никого не забыть. Важно никому... Спасибо, Семеновичу. Кроме того, я знаю, что даже были проблемы, вот Сергей Витальевич мне не даст соврать, были проблемы поиска родных и близких нашего Константина Фурса, да? Были такая. Может быть, с помощью нашей передачи откликнутся люди, и тогда будет... Спасибо за поправку. Еще тоже, если продолжение Фурса, то наши болельщики... После выковечивания его звезды нашли его могилу на одном из кладбищ Одессы. Они очистили ее и привели в порядок. И пошла инициатива о памятнике. Даже и клуб участвовал, и на стадионе мы выставляли, и по пожертвованию, все остальное. Но в сегодняшних условиях, вот с этими событиями, это немного тема... И притихло, но я думаю, что нам все равно мы о ней не забыли, и мы ее поднимем, и мы ее все-таки доведем. Обязательно. Кроме того, и наша передача поможет в этом отношении собрать необходимые средства для того, чтобы памятник стоял. А сейчас я хочу возвратиться к вам, Сергей Витальевич, с просьбой. Музей. Музей. Инициатива создания музея еще на старом стадионе «Черноморец» до реконструкции его коренной, принадлежит Семену Ивановичу Альтману. Он тогда работал главным тренером нашей команды. А как бы благословение и всесторонняя поддержка – это Леонид Михайлович Климов, президент нашего клуба. Ну, я был в роли исполнителя. То есть собирал материалы, фотографии, программки, календари, справочники, какие-то другие раритетные вещи. Было очень много встреч с ветеранами нашего клуба, потому что некоторые фотографии вообще трудно было атрибутировать, как это говорится, кто изображен, в каком ряду, фамилии уже путались временем, поэтому многие люди давали интересную информацию. Но было еще одно направление – это кубки. Кубки, которые завоевывали команды нашего клуба. Не только основной состав, но и молодежные, юношеские. Дубль, детские коллективы. На стадионе были осмотрены, на старом стадионе, все кабинеты. И все кабинеты по одному, по два, по три, по четыре, по пять были эти кубки на свет Божий извлечены. А вот самый такой, наверное, ценный трофей в истории Черноморца во времена Советского Союза. Это Кубок Федерации футбола СССР. Обнаружил все при забавных обстоятельствах. То есть в одном из помещений стадиона очень красивый цветок в горшке покоился в странном сооружении. Я долго ходил мимо него, не мог понять, что оно мне напоминает. Потом пока этот не присмотрелся к боковой части этого подставки под цветок, и увидел там надпись «Кубок Федерации футбола СССР». Его, конечно, перевели. Вырос. Уже не без пользы стоял. Да. Пророс. Сохранялся. Правда, для экспозиции цветок пришлось убрать. Хозяйка цветка была очень недовольна. Спасибо огромное. Я хотел бы только для телезрителей сообщить, что вот вы видите постоянно плашку на экране ваших телевизоров, где сообщаются номера телефонов и адрес электронных почт, если так можно выразиться, газеты «Вечерняя Одесса» и
нашего областного телевидения. Для того, чтобы вы, уважаемые телезрители, могли присылать нам ваши воспоминания, отправлять электронной почтой копии фотографий, просто звонить и рассказывать о том, как вы встречались с кем-то из игроков, любопытные истории и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас я хочу, прежде чем мы перейдем к нашим коллегам из газеты «Вечерняя Одесса», просьба не путать с названием нашей передачи, мы просто тезки. Вот. Прежде чем мы перейдем к газете «Вечерняя Одесса», я хотел бы, чтобы мы побывали все-таки в музее и с помощью вашей, Сергей Витальевич, еще раз вспомнили о том, что есть такое замечательное место, как музей Одесского футбольного клуба «Черноморец». Давайте посмотрим. Два слова. Дадите? Два слова. Идея создания музея и первый музей у нас в городе это открыл Сергей Романович Раздорожнюк. Открыл музей на «Спартаке», на стадионе «Спартак». Он там долго был, и потом... Вот. Там была история нашего одесского футбола. И вот продолжение вот этого была наша задумка. Но этот музей, он совершенно самостоятельный. Безусловно. Надо добавить, итак, что не совсем самостоятельный, потому что мы использовали ряд экспонатов из музея Сергея Романовича, то, что осталось в запасниках краеведческого музея. Они с большим удовольствием отдали нам все, что они не успели... То есть я понимаю, я правильно вас понимаю, что вы хотите сказать, что мы говорим о футбольном клубе «Черноморец», но при этом рассказываем о футболе в Одессе вообще. Так ведь, да? То есть не забываем и тех, кто играл, может быть, в других командах, еще в «Пищевике», еще... Или в «Аду». И в других. Да. Давайте посмотрим... Родители. Да, давайте посмотрим сюжет. Бытующее представление о том, что музей – это хранилище чего-то древнего, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к музею футбольного клуба «Черноморец». Здесь каждый экспонат излучает эмоции, переживания тех событий, которые хоть и пришли к нам из прошлого, но настоящего поклонника спорта волнуют и сейчас. К нам приносят свои раритетные издания, какие-то автографы, болельщики черноморца, тренеры, семьи футболистов черноморца, бывшие футболисты черноморца, частые гости. Все, конечно, мы принимаем с удовольствием и непременно помним о том, кто и что подарил нашему клубу, нашему музею. Это первая команда нашего клуба. 1936 год. Тогда она называлась «Динамо». Почему так случилось, что «Динамо»? Когда на всесоюзном уровне было принято решение о проведении чемпионатов СССР среди клубных команд, Одесса вошла в число тех городов, которые должны быть представлены на этом уровне. И вот те, кто вошел в состав первой команды, принимавший участие в первом чемпионате СССР 1936 года «Весна». Это Семен Литвачук, Йозеф Сосицкий, Константин Кусинский, Петр Калашников, Николай Хижников, Николай Кравченко, Михаил Хейсон, Марк Гичкин, Леонид Орехов, лучший бомбардир нашего клуба до войны, Александр Штрау и Михаил Волин там спрятался. Вот его портрет более крупно. Но в процессе эволюции,
скажем так, советского футбола. Динамовская команда была расформирована в конце 1939 года и получила название «Пищевик». «Пищевик» просуществовал тоже недолго, всего один год, в 1940-й. В 1941-м он стал «Спартаком». Вот здесь представлена фотография этой команды, предвоенной команды, которая, как и все остальные участники чемпионата СССР 1941 года, не доиграла этот турнир. И многие ребята из этого коллектива ушли на фронт и не вернулись. Последнее поступление в фонды музея состоялось в прошлом году. Известный детский коллекционер Валентин Бугай, можно сказать, добровольно принес огромное количество программок «Черноморца», начиная с 70-х годов и по 90-е годы. Передал это музей. Мы отблагодарили его тем, что генеральный директор Сергей Степанович Кирницкий вручил ему абонемент для бесплатного посещения матчей. Таких поступков очень много. Чем больше их будет, тем лучше будет наш музей, тем интереснее будет подрастающему поколению вникать в историю нашего клуба. Поверьте мне, там есть что узнать. И личности, и отменные матчи, и достижения. Одним словом, приходите в музей и впитывайте в себя историю любимой команды. Спасибо Сергею Витальевичу за рассказ. А сейчас я хочу представить слово сразу двум руководителям средств массовой информации. Это нашему директору, директору нашей областной телерадиокомпании, извините за сокращенный вариант, Сергею Васильевичу Ковтиху и редактору газеты «Вечерняя Одесса» Олегу Станиславовичу. Если можно, пожалуйста, начинайте, наверное, вы, Сергей Васильевич, или гость. Сначала гость, Сергей, конечно. Пожалуйста. Сергей Станиславович Суслов. Да. Спасибо большое. Хочу сказать, что мне кажется, вот идея такой передачи, такого проекта, она, ну, витала в воздухе. Но большое спасибо всем, кто вот сегодня в этой студии, и прежде всего нашему Одесскому областному телевидению, что эту идею подхватили и реализовали в виде вот такой прекрасной передачи, у которой, думаю, будет большое будущее. Мы, в свою очередь, ну, рассказывать о том, как «Вечерняя Одесса», какими нитями связана с «Черноморцем», я думаю, это бессмысленно, потому что все прекрасно, достаточно знают, назвать имя Андрей Ясень, псевдоним Бориса Федоровича Деревянко, и все этим сказано. Самое интересное, что мы в свое время как-то задумывались, может быть, о нечто подобном, то, что сейчас делаем мы все вместе, когда издавали первую книгу, книгу, составленную из вот этих публицистических материалов Бориса Федоровича о футболе. Но самое интересное, мало кто знает историю появления этой книги. Мне вот лично ее подсказал, может быть, кто-то знает, болельщик «Черноморца» с многолетним стажем Сережа, который работает киоскером у железнодорожного вокзала, там, где «Макдональдс», в этом газетном киоске. И я у него всегда покупаю прессу, и он мне все время говорит: слушай, говорит, ну, надо бы как-то издать вот воспоминания. Я говорю: зачем? Он говорит: ну как, ну нельзя, чтобы люди забывали. Кому-то интересно вспомнить. И нельзя, чтобы забывали фамилии тех людей, которые приносили славу Одессы. Вот так появилась на свет эта книга. Вот.
А если можно, еще два слова скажу, как лично я связан, оказался, был, ну, как болельщик, понятно, с черноморцем, ходил на все матчи в свое время, очень было интересно, сейчас стараюсь не пропускать. Ну, лет 20 назад, в конце 90-х годов, я стоял как бы у истоков создания нашей сборной журналистов по футболу. И мы вот начали организовываться, участвовать в турнирах. И первый турнир мы выиграли в Волгограде. И во многом, прежде всего, благодаря тому, что у нас была, ну, грубо говоря, подстава, мы пригласили Анатолия Дорошенко. И он с нами поехал. Ну, представляете, я тогда, к сожалению, получил травму, я не играл, и я был, как Семен Иосифович, на тренерском мостике. Но мне руководить действиями Дорошенко было как-то не очень корректно. Ну, вел он себя, ну, просто, ну, понятно, настоящий профессионал, он везде профессионал. И были сложные матчи, моменты в игре, и он во время тайм-аута, он никогда не позволял себе сказать что-то игрокам, он подходил ко мне и говорил: поругай их, или похвали их. И я, значит, давай, вот. И так мы вот выиграли. Но самое приятное было, когда на заключительном банкете ведущие там собрали все эти команды, были и с Армении, и с Грузии, там все ребята, и сказали, что вот в наших рядах, в рядах одесской команды есть Анатолий Дорошенко, человек первый, который забил вот гол Лацио, и все встали и дружно аплодировали. Вот, вот такая вот история. Спасибо. То есть у вас еще есть личное прикосновение, да, к футболу. Еще какое. Сергей Васильевич, а у вас? Я хотел бы в продолжении темы Олега сказать, что тоже идея там от Киоскера. У нас пришел Семен Иосифович и говорит: вот я хочу вот так. Мы ни секунды. Сама идея не только какие-то графические данные показать, как играл Черноморец, кто забивал, на какой минуте, рассказать о людях, которых, к сожалению, уже нет. Вот этот посыл мы ни на секунду не задумались, делать или не делать. Мы очень долго думали, как нам это сделать, чтобы телезрителю это было интересно, чтобы был какой-то отклик от телезрителей. Вот мы очень надеемся, будут отзывы и будет продолжение этого цикла передач, пока ежемесячно. А там посмотрим, если не будет хватать времени, будем чаще выходить в эфир. Я с большой благодарностью обращаюсь к присутствующим здесь и к нашим коллегам-журналистам и присутствующим, то, что поддержали этот проект, пришли сюда. Мы считаем, я думаю, вы тоже считаете, что Черноморец – это люди, это и зрители, болельщики, это мы с вами, это история нашего города. И не рассказать об этом мы не имеем права. И ждем, у нас есть опыт проведения такого цикла передач, мы готовились к юбилею студии, 60-летию. И столько фотографий было обнаружено, столько архивных материалов, которые мы даже не надеялись когда-то увидеть, услышать. Мы это все показали в эфире, поэтому я прошу вас, дорогие телезрители, пожалуйста, присылайте, звоните, давайте контактировать. И раскроем Черноморец изнутри, через людей, не только по статистике, по всем этим данным. Спасибо, Сергей Васильевич. Я хотел подчеркнуть, что в отличие от наших коллег из газеты «Вечерняя Одесса», мы можем в эфире показывать и видео, вот. А коллеги смогут показать фотографии. Фотографии, которые мы им поможем найти, а они нам, надеюсь, помогут. А мы коллег с фотографиями показываем. Совершенно верно. Ну и я еще раз напоминаю телезрителям, что у нас каждый раз мы показываем надпись на экране, где указываются электронные почты и телефоны и газеты, и областного нашего телевидения. А сейчас я хотел обратиться к человеку, который по заслугам находится в центре нашего стола. Ну, чуть-чуть. Обычно вот меня сажают в угол, как холодильник на кухне. Ну, иначе я заслонял бы мяч. Поэтому, Олег Иванович, тебе слово. Ну, надо сказать, что я знаю и люблю Черноморец с 1964 года. Так получилось. Скоро уже на пенсию можно выходить в этом смысле. Но дело в том, что, да, мне было 8 лет, когда меня папа привел на стадион, и это было впечатление.
И с тех пор я все время ходил на стадион и смотрел на корабли. И, надо сказать, новый стадион, он меня не очень согрел, потому что вот старый, он мне был гораздо ближе, но я ни к чему это все произношу. А произношу это я к тому, что эта команда, это не просто лицо города, это его какая-то сущность. Потому что если ты одессит и не имеешь отношения к футболу черноморцев, это все сразу вычеркивается. Какой же ты одессит, смешно. Я учусь в Москве, встречаюсь 10 апреля. Каждый год мы встречались у памятника Маяковскому, все одесситы, учащиеся в Москве. Это называлось одеколон, если вы помните, одесская колония. Не было человека. На все матчи черноморцев в Москве мы все так же собирались, как у Маяковского в день освобождения Одессы. Это вот... Я очень бы хотел, кроме того, что, безусловно, это передача о памяти тех, кто был в этой команде и создавал ее славу и красоту, я бы очень хотел, чтобы вы, дорогие телезрители, одесские болельщики, вы присылайте нам истории разные. Вот всякие курьезные, некурьезные, любопытные, разные всякие ваши воспоминания о игре черноморца, о людях черноморца, о клубе черноморца, вообще о стадионе, об атмосфере. Почему люди ходят на матчи? Потому что это об Одессе так особенно. Я никогда не забуду, я сидел на базе черноморца по приглашению Семена Ощи. И он разговаривал с футболистами после тренировки. То есть для меня это стало квинтэссенцией и самым важным пониманием того, о чем я вот сейчас долго разговариваю. Он людям, которые сейчас, там не все одесситы, это понятно, да? Вот, он им рассказывал про этот город, про его традиции. Я говорю, вот под этой эмблемой надо выходить на поле с солнцем в крови. Он меня угрохал. Это да. С солнцем в крови. Я это цитирую везде и всюду. Но вот в этом, мне кажется, есть такая истина в этом смысле. Вот. Ну, а если это одесская команда, она же как без юмора-то вообще. И я вот хочу вам тоже еще, вас еще попросить, чтобы вот вы корреспонденцию-то присылали. Я начну. Я сегодня с воспоминаний очень хорошего футболиста, который первым за сборную Украины забил гол. Это Ваня Гицко. Красивый, высокий, здоровенный такой мужик. Значит, и несколько историй они им рассказаны. Вот одна из них такова. В команде, как правило, находится человек, ну, над которым можно немножко подшутить, так скажем. Вот. И был там в те времена... Был такой вратарь, который ездил с командой везде и всюду, но, в общем, он был в запасе. И звали его Игорь Крапивкин, по-моему. Вот. А была ударная группа. Значит, Гицко, Илюшицын была, светлая ему память, Юра Назаров. И они уже были в сборной, они уже немножко там что-то зарабатывали, как пишет Гицко. Говорит, и мы были на зарубежных сборах, и... Говорит, к завтраку не ходили. Хотели поспать. А тот ходил 3 раза в день. Ну, как положено. А когда приходили к обеду, они сидели с ним за одним столом. Говорит, еще первый не успели принести, он же все схавывал. И они решили над ним подшутить. Они подговорили массажиста. И когда они сидели все вчетвером за столиком, тот подошел и ребятам раздает по $20. Говорит, это за то, что вы на завтрак не ходили. Тот принял во внимание и перестал есть вообще. Так длилось дня 4-5, а потом он в полумертвом состоянии. Во время обеда подходит в виде Прокопенко, опять же светлая память, который был, я хотел сказать, художественным руководителем. Вот. Пожелал ему приятного аппетита, да, говорит, а что ты не ешь? Он говорит, а я хочу получить суточные. Он говорит, что? Он говорит, суточные. Ну, вот я 4 дня не ел, верните мне деньгами. Ну, Прокопенко знал своих героев. И говорит, через все стало кричать, придурки. И говорит, он нам, говорит, Гинско. Говорит, вы что хотите, чтобы он мне на тренировке ласты склеил? Спасибо, Олег Рубович. Вот такие истории.
создал определенное настроение. Но у нас есть звонок в студию. Что вы говорите? Да, вот. Так что, если сейчас наши техники сумеют нам его завести в студию, мы послушаем и поговорим с человеком. Мы слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер. Человеком. Ну, я тогда попрошу наших коллег режиссерскую группу. Давайте так, запишите, пожалуйста, суть вопроса или обращения нашего звонящего и передайте нам в студию, а мы постараемся ответить. Ну, а сейчас я хочу передать бразды правления второму представителю газеты «Вечерняя Одесса». Это обозреватель и спортивный журналист, литератор Анатолий Мазуренко, человек, который написал несколько книг, в том числе и книгу, которая называется «Не только о футболе». И о футболе, и не только. Да? Я вообще-то думал, что сначала будет сюжет. Нет, два слова, а потом сюжет. Дело в том, что в дальнейшем телезрители увидят сюжет, который сделали наши коллеги, тележурналисты, в кабинете, где работал Борис Иосифович Деревянко, который известен большинству любителей футбола, как Андрей Ясин. И по этому поводу мне вот что хочется сказать, что современный футбол как явление, это же не только футболисты и тренеры. Это и организаторы футбола, и руководители, и журналисты, и болельщики. И поэтому, вот обращаясь к нашим соратникам, которые сегодня по ту сторону экрана, который смотрит эту передачу, чтобы они не забывали об этих людях. То есть я вот приведу только несколько фамилий. Сергей Романович Раздражнюк, бывший вратарь, но уже в наши годы он руководил Федерацией футбола, руководил судейской коллегией, был известен на весь Союз. Между прочим, один из тактических соображений, я не буду называть его фамилию, потому что во Львове тоже смотрит, наверное, нашу передачу. Один известный человек, судья, функционер, он такую фразу как-то произнес. Дело в том, что всегда считалось, что родина футбола в Российской империи – это Одесса. Ну, времена меняются, теперь оказывается, что во Львове футбол зародился. Они там 5 минут где-то сыграли и так далее. Так вот, этот человек, он сказал, львовянин, он сказал, пока был жив Раздражнюк, никто слова не мог сказать, что где-то в другом месте футбол. А сейчас, говорит, вот, да. Спасибо, Анатолий Васильевич. Я прошу прощения, время поджимает, поэтому мы с твоей помощью перенесемся в кабинет Бориса Федоровича Деревянко, да? Хоть ты мог, конечно, рассказать и во время нашей передачи, но атмосфера кабинета – это совсем другое дело. Итак, включите, пожалуйста, следующий сюжет. Я держу в руках книгу Бориса Федоровича Деревянко, где собраны его эссе о футболе. И сейчас мы находимся в кабинете, где очень много лет проработал Борис Федорович. А почему мы здесь находимся, нам расскажет спортивный обозреватель газеты «Вечерняя Одесса» Анатолий Мазуренко. Главный редактор «Вечерней Одессы» был очень популярен в городе. Даже, ну, можно сказать, суперпопулярен. Учитывая тем более, что тираж газеты был более 200 тысяч, можете себе представить, какой он пользовался популярностью. Но могу вас заверить, что, по крайней мере, половина читателей знали его не столько как Бориса Деревянко, сколько как Андрея Ясиня. Под этим псевдонимом он всю свою жизнь писал на футбольные темы. В этом кабинете мы неоднократно собирались, обсуждали справочники футбольные, которые он составлял, редактировал, и большую часть текстов писал он. В этом кабинете мы собирали футболистов, тренеров черноморца. Разгорались такие споры нередко, жаркие. Почему? Потому что Борис Федорович, он сам неплохо играл в футбол. Я однажды даже это испытал. Я тогда работал в «Комсомольской искре». И у нас был футбольный матч между «Вечерней Одессы» и «Комсомольской искрой». Мне пришлось против него играть. Он меня, конечно, повозил хорошо. Но мы еще и разных весовых категорий. Да. Но он был романтик. И, можно даже сказать, не просто репортер, он поэт был.
И поэтому было время, когда «Вечерняя Одесса» выходила вечером, как это и положено. И вот можете себе представить, что там в 6 часов вечера в киоске завозят «Вечернюю газету», «Вечернюю Одессу». И собирается толпа желающих ее купить. И все начинают читать с четвертой полосы. Ну, либо там должен быть фельетон «Антилопа Гну», либо Андрей Ясин. Иногда он в своем в запале, понимаете, он иногда где-то перехлёстывал, где-то были субъективные оценки. Такое тоже бывало. Но даже когда приходили к нему возмущенные люди, кого он не боялся критиковать, для него не существовало авторитетов. Я вам скажу, что даже его статью разбирали на съезде журналистов СССР. Спортивных журналистов, естественно, да. Вот. Неоднократно партийные органы давали указания, лично первый секретарь или секретарь по идеологии обкома партии давали указания отстранить его от футбола. Понимаете? Вот. Но даже когда он ошибался, и когда приходили люди с ним, ну как, разбираться, то в итоге расставались, ну если не друзьями, то единомышленники, потому что все это было искренне. Вот если одним словом его тексты характеризовать, это искренность. Если говорить о творческом кредо этого незаурядного человека, то он его творческое и даже жизненное кредо, то он его высказал как раз совсем молодым человеком в 64-м году. Вот я вам прочту, зачитаю цитату одну его из его эссе. «Давайте будем дерзать, давайте будем утопистами, в лучшем смысле этого слова. Давайте возрождать оптимизм. Давайте ясно и недвусмысленно заявим футбольному миру, что намерен со временем увидеть свою команду на вершине Олимпа». Я думаю, что эти слова можно отнести и не только к футболу, но и к жизни, к Одессе, вообще ко всему тому, за что он боролся и чему посвятил свою жизнь. Я знаю, что у Семена Ильича есть небольшое дополнение вот к тому, что уже было сказано, да? Ну, я хотел бы сказать, что Олег Школьник причастен к нашим последним медалям 2006 года. Он не только просматривал все игры, но и участвовал в тренировочном процессе, в наставлениях. Он был частый, даже не гость, а посетитель нашей тренировочной базы, когда мы готовились к этим играм. И вот мы сейчас посмотрели сюжет о Борисе Федоровиче Деревянко, и я думаю, что мы сделаем отдельно целую передачу о нем с его цитатами, и там очень много интересных моментов, и мало кто знает, что он не только Ясин был, но и Арсен, и вспомним эти моменты, и он печатался во многих наших одесских газетах, и он заслуживает, он был часто у нас на базе, и острый. Наше время мучительно приближается к финалу, поэтому передеваю не из неуважения. Спасибо, все. Дорогой. Я хочу передать слово Вячеславу Михайловичу Лещуку. Слава, ну вот ветераны. Нужна ли такая передача ветеранам? Ну, ветераны всегда, вы сами понимаете, люди, которые, как сейчас называют, ну, не сейчас, а вообще называют ветераны, это люди, которые прожили определенную жизнь, и чем хорошо, вот сейчас это основное, для нас что самое лучшее, это, конечно, общение. Общение, и правильно говорят, вот сейчас очень много людей, которые рядом с нашим футболом, вот начиная то, что мы говорили о Деревянко, очень много легендарных болельщиков было,
за всю историю Одессы. И, конечно, надо их тоже вспоминать. Это тоже выдающиеся люди, которые организовывали болельщиков. Они очень известные. Поэтому, я думаю, вот, на нашей передаче это надо все суммировать со всех сторон, слушай, подойти к футболу. Вот, та инициатива, которая когда-то родилась у вас и у Семеновича, создание телемостов. Я знаю, что в 2013 году, был телемост с Матвеем Леонидовичем Черкасским, легендарной личностью. Вы организовали, Матвей Семенович провел. Тогда ему было 90 лет, ветеран, замечательно. А он жив сейчас, все в порядке? Да, такие ветераны, конечно... Дай Бог ему здоровья. Я же говорю, очень такой жизнерадостный человек. Он не меняется. Сколько ему сейчас? 94? Будет 94 19 декабря. Стучим по дереву, да? Да? Можем организовать перед и поздравить его. Ловлю на слове. Да. Спасибо. Значит, у нас в нашей команде, в нашей редакции, в нашей программе 4. Вячеслав Михайлович Лещук будет... заведовать темой телемостов. Да, я летать буду. Туда-сюда. Ну, я хочу еще раз, дорогие друзья, поблагодарить всех вас за участие в передаче и сказать, что, в общем-то, эта передача была немножко установочная. Да, Олег? Одно слово хочу сказать. Мне кажется, это будет очень симпатично. Пожалуйста. Вот передача идет от этого до этого, как футбольный тайм. А потом еще, может быть, 2-3 дополнительных минуты. Это без вопросов. Кто будет давать? Кто будет давать? За сколько? Кто будет давать? К сожалению, нет. Если уж добавлять, то добавлять еще просто часы вещания для нашей передачи. Поэтому, шановные друзья, я дякую вам за участь в нашей программе. И сподіваюсь на листи и телефонные дзвінки наших глядачів. До побачення, до нових зустрічей кожного останнього вівторка кожного місяця. До побачення.